Добрый день. Доброе утро, добрый день. Добрый вечер. Ой, это у нас второй день, да? Да. И мы куда идем? Мы на ледолазание. Нам же не живется спокойно. В общем, вчера мы классно покатались. Оливия классно поиграла. Весь день вообще дети говорят, даже в телефонах не сидели. Они были на улице, придумывали какие-то разные игры себе, строили шалаши. В общем, нормальное у детей времяпровождение было. Сегодня мы сейчас поледолазаем. Оливия опять играет с девочками. А потом мы поедем уже с Оливией на... собак. Кататься на собаках. Вот. На Аляске, кстати, катание на собаках дешевле, чем в Аспене в Колорадо. В Аспене на человека стоило 500, я помню, долларов. Сумасшествие. А здесь мы за нас троих отдали 600. Уже цена приятней и адекватней. Так более того, еще сюда включен ужин. А там я не помню... А, нет, там еда не была включена. Вот. Так что здесь цены еще божеские. Мы в лесочке. Вчера, мне кажется, мы так надышались свежим воздухом, что нас отрубило. Мы сегодня проспали аж до 8 утра. Время сейчас час дня. Мы идем вот по этой тропинке на замерзший водопад. А невероятно красиво. В Майами такого нету. В Майами такого не может быть, Антон. В принципе. Мы дошли до водопада. А с виду, как бы, смотрится небольшой. И мы на этом водопаде были летом. Я к нему проходил. По бровке. Самый прикол в том, что он так бежит. Стоп, коленки убери. Коленки неподъемные. Удар ногой и стоишь на зубах. Коленки очень больные, а это вредный лед. Бей ногой, сильно. Носком. Удар. О, вот это уже больше похоже на правду. Я люблю. Носком. Прекрасно. Вот так это ногу. Молодец. Больно было, Лила? Да. Нет? Это было весело! Весело? Давай. Ну как, Лена, это? Сложно. Сложно? Первая часть сложная. Чтобы залезть туда. Руки болят. И к нам пришла Оливия. Мы в очень, на самом деле, глухом месте. Вот на этом водопаде. И сейчас здесь очень много народу. И Лена раскрыла тайну. Почему здесь столько много народу? Почему? Потому что сейчас на Аляске каникулы. У нас в Флориде каникулы на следующей неделе. А у них на этой. Поэтому все идут гулять, развлекаться и отдыхать. Вот и все. Да, детей много, вы видите. Интересно. Мы приехали кататься на собаках. Это порода аляскинская хаски. Это кто? Ты такой хороший. Ты такой хороший. Все хотят бежать. Они все возмущаются. Меня, говорит, возьмите, меня. Все возмущаются. Спасибо.
Мне тоже понравилось, особенно падение. Это было прикольно. Ну, кстати, все собаки ухоженные, прям чистенькие, такие все красивые. Это именно эти лайки. Ну, понятно, да, что они лайки. Алива, а где твой зуб? Ты зуб потеряла? Выпал. Где? Когда? Сегодня. Сегодня? Когда? Ночью. Ночью? Ничего себе. Она проснулась в 5 утра и говорит: папа, у меня зуб выпал. Сама как-то языком, видимо, расшатала. Как не проглотила. Ой. 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 Привет. Привет, розовый нос. Розовый нос. Да, розовый нос. День номер какой? 4. И мы здесь были летом. Здесь были другие пейзажи. Сейчас холодно очень. Да. Летом. Но горы потрясающие. Мы сейчас на леднике Матануска. Мы здесь летом занимались ледолазанием. Вот. А сейчас тут все в снегу. Вот он, ледник. Класс. Это ледник Матануска. Сейчас мы будем спускаться. Я иду. Ой-ой-ой. Капец. Страшно, можно застрять, нет? Ты выскакиваешь, он скользкий. Охо. Вот это да. Класс, да? Блин, так страшно. Очень круто. Вообще. Вот. Я иду. Ого! Класс! Иди дальше. Тут очень красиво. Вообще. Супер. Холодно очень. Ветер сильный. И тут сейчас у нас есть щель. Будем сейчас спускаться в этот ледник. Так. Идем. Это да. О! Чтобы вы понимали, здесь очень узко. Есть места, где просто ты уже вплотную идешь. О! Ой-ой-ой, если бы не был бы таким скользким, можно было бы застрять. Это да. Вот это чудо природы. Ох. Ох. Ого.
мы вышли. Олива лезет на ледник. Давай, сюда. Ничего себе. О, не залезла. Страшно, да? Мы здесь были летом. Летом мне больше нравилось. Сразу можно туда скатиться. Ленчик, думаю, тот. Лезть, не лезть. Там еще одна, видишь? Трещина в трещине? Ага. Одна вот такая, а она вот такая. Тут мы видим, как двигается ледник. Постоянное движение ледника. И еще один разлом ледника. Красиво, Олива? Потрогай, а сними перчатку и потрогай, какой он гладкий. Снимай перчатку. Снимай, снимай, снимай. И потрогай рукой прям на ощупь. Он такой гладкий. Он не холодный. Лезем в другой мир. Давай, Олива. Олечка, отойди. Олива, Ариша, да идите вместе. Надо вворачиваться. И упирайся потом спиной в лед. Дальше лезешь спиной. Тут немножко боком. Подожди, у меня попа застряла. Да, тут немножко боком. Ну и все. Вот. Сворачивайся дальше. Представь себе, что ты земной червяк. Ого, как тут пролезает. Ай-яй-яй. Ногу выпустил. Трещинки. Ну вот, полазали, посмотрели, воздухом надышались. Вроде не так много ходили, а подустали. Мне кажется, да? Подзамерзли. Я нет. Что-то как-то погода я... наладилась. Я даже сейчас расстегнулся, уже пришел, снял. Уже сейчас прислушал, пришел пока. Немножко надо было остыть. Да. Не, ну ветер стал не такой сильный. Он есть, но он не такой. И что? А, мы с Антоном идем, я говорю, слушай, Антон, у нас не получается с тобой на Аляске проводить время, ничего не делая. Ни зимой, ни летом. Это просто нереально. В прошлый раз мы вот так вот по горам прошли 120 километров. Да, но как мы поняли, это для нас нормально. С нашими всеми кайками и походами. Вот. Ну, конечно, летом поприятней. Сейчас погода была бы чуть потеплее, было бы то. Вот сейчас уже комфортно, но сейчас опять появляется ветер. Потому что мы удаляемся от ледника. Да. Погода была бы поинтереснее, да. Ааа, рука мёрзнет. Ну и всё-таки я понял, что мне понравилось лето здесь. Когда ты идёшь, у тебя зелёная трава, потом под снег. Или ледник. Снег, либо ледник, да. Когда всё... Деревья зеленые, трава зеленая. Немножко такие разрыв шаблона. А сейчас, ну, обычная наша погода российская. А мы почти дошли туда, до нашей базы. У нас начинается вечерняя прогулка. Вечерний хайк на 2 часа. Вот в такую вот гору идем. Одели шипы, потому что склон очень крутой. По обычных сапогах мы здесь и пойдем. Тут еще получаем горка. Дети катаются. Там не ну да. И мы пошли на закат. Время сейчас где-то около 7 вечера. Мы поднялись за 30 минут.
Это вершина. Ленчик, как, тяжело? Что-то после нехватки практики тяжело. Что-то мы давно не хайкали с тобой. Еще, может быть, одежда, может быть, еще нет. Неподходящая. Надо было снимать термобелье, наверное. Иди, наверное, так. Да. Снимать надо было не белье, а пуховики. У нас закат. Отличная погода. Мы уже без перчаток. Согрелись. Вот на эту гору мы поднимались летом. Уточни. Это было, был наш самый большой хайк. Да. Это часов 5-6, да, в одну сторону вошли. Да. Это было тяжело. И вот мы ездили пару дней назад на ледник Ник. Ну, летом мы туда тоже ездили. Летом тоже ездили. А зимой на снегоходах. Скоро будем тыкать на карту Аляски и говорить, а мы тут были, и тут были, и вот тут были. Лена решила присесть на скамейку. Но ее же не просто так тут поставили. А зачем? Чтобы закат встречать. Смотрите, да, здесь шикарный закат. Красота. Горы окрасились в розовый цвет. Из-за заката. Мы спустились. Мы остались одни. И закат практически уже все. Кончился.